Это организация, брат. Меня зовут Николай, я из России, город Подольск. Выступаю под сценическим псевдонимом DJ Scoop. Сколько лет в деле? Ну, в деле с 2012 года. В Баку я второй раз. Первый раз я был в 2019 году. Очень нравится этот город. Хотел бы сюда приезжать, вообще хотел бы тут бы остаться на длительное время. Все очень круто. Дай Бог, да. Все получится, с нашей поддержкой. Иншаллах. Да. По какому поводу был в этот раз, расскажи. В этот раз мои друзья делали мероприятие в клубе Хайп. Они делали хип-хоп-пати. Ребята решили совместить несколько элементов культуры там. Задействовали бибоинг, MC, диджейнг. Какие планы у тебя были вообще на будущее? Вот сейчас ты вернешься, да, допустим. Чем займешься? Какой вклад в культуру будешь делать? Будешь ли его вообще делать? Слушай, да вклад в культуру, типа, это, блин, не знаю, я буду просто делать то, что мне нравится. Буду стараться писать какие-то биты, работать там, ну, с артистами, с кем работаю. Пилить, наверное, подпиливать дома буду. Так, ничего обычного. Также в таком же режиме. Все получится, он до сих пор пойдет. Готов зарядить для наших зрителей? Да, блин, да. Все, погнали тогда. Ребят, всем мир, берегите себя, занимайтесь любимым делом. До скорых встреч. Yeah.